Противодействие коррупции в различных сферах сегодня обсуждали в Доме правительства. Глава Чувашии провел заседание Координационного совета. Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция по-прежнему серьезно затрудняет взаимодействие общества и органов власти, рождает тревогу и недоверие. Борьба с превышением должностных полномочий ведется на всех уровнях. О работе за прошедший год доложили на заседании Совета Министерства внутренних дел, Следственный комитет и прокуратура Чувашской республики. Прокурорами в 2014 году выявлено 3300 нарушений в этой сфере. С целью их устранения внесено 1890 актов прокурорского реагирования, в том числе внесено 1106 представлений, направлено в суд 145 исков и заявлений. По результатам прокурорских проверок возбуждено 21 уголовное дело, 1037 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и 106 к административной ответственности. Основными нарушениями остаются совершение крупных сделок без согласия собственника, заключение договоров с недобросовестными контрагентами, несвоевременное заполнение документов. Одна из эффективных мер противодействия таким злоупотреблениям – совершенствование законодательной базы, чтобы в нормативных документах не оставалось лазеек для нечистых на руку чиновников и руководителей предприятий. Кроме того, препятствовать коррупционным проявлениям должна сама организация работы органов власти всех уровней. Их максимальная открытость и доступность для граждан, заметил Михаил Игнатьев. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.